очень-очень поздно, когда уже, ну, остановка секса. Потому что очень обидно с утра читать, очень много хочется еще сказать, но уже как-то поздно. Ну что я могу сказать? 3 часа ночи, до 6 часов утра, тебе не жалко самого себя? Что хочется сказать по этому поводу? Ну, вчера до 10 писал песню. Нельзя говорить никогда в общем. Всегда нужно конкретизировать каждую ситуацию. Поэтому вчера я пришел в 10, залез, естественно, там в 11-12, по-моему. В тот раз я просто... Мне позвонили вечером, сказали: «Дима, ты знаешь, вообще-то сегодня суббота». А, ну да. Ждали-ждали. Да, думаю, оно суббота, так суббота. И не смог вылезти уже, к сожалению. Ну, уже потом уже смотрю, солнце встало, думаю, надо и поспать. Сегодня зайду, если успею, потому что опять же надо встретиться там по поводу песни, придумать что-нибудь. Все растрындел, Курпатов меня застрелит.